Такая колбаса – просто украшение стола, здесь присутствуют лишь натуральные ингредиенты и отменный вкус. Расскажу, как приготовить домашнюю колбасу по бабушкиному рецепту, это очень вкусно. Такая колбаса получается, как когда-то у бабушки, очень вкусная, сочная и ароматная. Одно то, что при приготовлении используются только натуральные продукты, уже радует. В ней попадаются небольшие отдельные кусочки мяса и сала, что дает хорошо почувствовать вкус каждого компонента. Колбаса домашняя отлично хранится в холодильнике и по мере необходимости просто разогревается. Список ингредиентов в конце видео. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Свинина 2-2-5 кг, сало хребтовое 500-700 грамм, чеснок 1 штука, тонкие свиные кишки 5 штук, всего должно быть 5 метров, соль, перец, сухая зелень, молотый кориандр, по вкусу, количество порций 10. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Всем добра, заходите еще.